Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня в таких вот спартанских условиях будем вскрывать. А почему спартанских? Потому что хочется очень посмотреть. Заказывал посылочки с сайта BenGood, но в таком виде они ко мне еще ни разу не приходили. Смотрите. Упакованно обычный мешочек, который китайцы присылают, еще дополнительно в коробку. Вот, такого еще у меня ни разу не было, поэтому заинтересовало. Так, и что же нам пришло? Так, вот даже по-русски написано, такого не было тоже. Давно я не заказывал с BenGood. Так, а пришли нам металлические мосты на шишигу. Точнее, не сами мосты, а ихние корпуса. Задний и передний. Без наконечников, поворотных кулаков. Так, ну давайте вскроем, посмотрим. Ну, толстенько так. Интересненько. Не стал я заказывать толстые, есть алюминиевые еще, потому что они не совсем копийно выглядят, а эти вроде ничего. Так, резьба с этой стороны. Да, нормально. Резьба хорошая, болтики тоже. Закручивается все. Ну, в принципе, мне нравится. Интересненько так. Пора устанавливать. Недавно я заказывал специально пластиковый мост передний, чтобы оттуда вытащить кулаки и поставить на эти. Металлические кулаки не стал заказывать. Не вижу в этом смысла. Хотя попозже подумаю, потому что там могут быть интересные CVD-привода. Вот, из-за этого увеличить выворот. Но это чуть позже. Так, вскрываем следующую посылочку. Так, то же самое у нас. Упаковано, чтобы не болталось, ничего не потерялось. Также есть и по-русски, и не по-русски. Так, но это мусор у нас. И здесь у нас дельфин. А в этой коробочке у нас сверточек, мешочек. А здесь у нас супер зажигалочка кремниевая, типа огниво. Не знаю, как она. А, вот. Надо заправить будет и протестировать. Вот так она убирается. Это просто пробка, куда бензин заливать. Сделано качественно. Интересненько так. Да, вот он у нас. Ватка. Пробочка. Такая весомая. Классненько так. Здесь пружинка, чтобы кремний поднимать. Открыли. Щелк. Зажгли. Ну, я так понимаю, разжечь ей ничего не будет. Она более такая для курильщиков. Но сделано классно. По весу тоже. Если кого-то заинтересовало, могу скинуть ссылочки. Но меня больше всего в этом деле заинтересовало посылки. Таким образом посылка никогда не потеряется. Пакет никогда не помнут, ничего не сломают в дополнительной коробке. Вот. Очень мне понравилось. Так, есть у нас тут еще бумажечка. Ну, она на китайском. А, и чуть-чуть на английском. Ничего не понятно. Так что вот. Такие вот две посылочки, но я чисто из упаковки решил снять. То, что на BenGood мне даже больше нравится, как упаковывают. Хотя цены и доставка, ну, немножко выше. Редко, когда там что-то можно урвать по супер цене. Вот. Так что, спасибо за просмотр, пока. На мостах есть брак. Нету резьбы совсем.
Вообще нет резьбы. Вот, смотрите. Нажимаю, и он просто проходит насквозь. Так, народ, со вторым мостом все нормально. Резьба везде есть, все хорошо. Только вот в этом нету резьбы. Вот. И нарезать здесь не получится. Она, видите, она прослаблена. Она как бы там внутри, она есть. Но она прослаблена. Ну, я не знаю, попробую на фиксатор резьбы посадить. Может быть, застынет и нарежется резьба, забьется. И будет все нормально. Нет, поставим гаечку. Ну, все. Так, смотрите, значит, заправили зажигалочку. И вот такая вот интересная штучка. Оп. И все, и разжигаем что угодно. Чик, и все, бензин не испаряется. Вот такая вот интересная штучка.